Апрель, брусья. Сюда приехали сильнейшие горнолыжники Советского Союза, Чехословакии, Югославии, Болгарии, Польши, Румынии. На склонах горы Чигет в течение 5 дней шла упорная борьба на приз Эльбруса. Слалом-гигант. Длина трассы 1200 метров. С перепадом высот почти в 0,5 километра. В этом виде спорта мужественных по сумме очков первое место занял 19-летний югославский горнолыжник Юрий Ловзин. У Владимира Синетова из Петропавловска-Камчатского второе место. На дистанциях горнолыжницы. Борьба развернулась главным образом между советскими и чехословацкими спортсменками. Победили Стена Суржишева и Таня Навратикова, обе из Чехословакии.